Смотри, что-то у меня разваливается. Акуш, Никит. Акуш, Акуш, есть ифрик. Артем, первый ряд делай, как обычно, короткой стороной, второй длинной стороной. Собирай, давай, я собирала. Давай 14 модулей в ряду. Многовато, если честно. Ну, тогда он... Ну, давай 12 слишком... Ну, давай 12. Давай ни тебе, ни мне, давай 13. Хорошо? Хорошо. Или возьмешь 12. Не, ну, давайте 14, как нужно, чтобы было. Давай 14. Я тут немножко увеличивала. Сначала начала 14 модулей, потом чуть-чуть добавила, ну, чтобы его более объемненьким сделать. Но вы не будете так делать. Вы будете все время идти одно и то же количество модулей. Просто потом шарик. Придадите форму шарика и все. Хорошо. А получается... Сейчас, Артем, секунду. Говори. Артём. Получается полностью зеленый, да? Да, он весь зеленый. Тут нету добавления цветов. И только глаз я его сделала в технике квиллинг на именно на этого. Потому что те другие, сейчас покажу, они немножко другие глазки. Понял. Уступы, да? Айхартие небру. Ну, требу. Туай, ну, ту, да, туай, что и пентру синие. Артём, нормально всё? Да. Что, не вас унит? Да, ну, мы проблема. Пентрука и у нам он селесчер филде сон, да. Бетя, Ширенка, Дао, Дойди, Рот, Дойди, Кулари, Рот, да. Туай, да, Бини? Я, Артем, вчера еще сделала, забываю этого героя, как зовут. Mm.
этого зовут? Я не помню, просто он не закончен. Пеннивайз. Два пеннивайза сделала. Но они без глазиков. Еще не успела закончить. Пеннивайз. Прикольно. Да, будете делать. Для вас сделаю. Сделаю флеша маленького еще. Именно маленького-маленького, вот такого размера. Вот. Как в школе дела? О, Макс. Нормально. Нормально все. Да. Артем, скажи мне, пожалуйста, у тебя на экране компьютера или телефон что там у тебя показывает, что я делаю запись урока? Да, показывает. Показывает, да? Максик, привет. Здравствуйте. Привет, Макс. Привет. Привет. Сделал модули? Да. Умничка. Смотри, я тебе покажу. Этот уже тот, который вы будете делать, он в таком размере, который вы осилите до следующего урока, закончите самостоятельно. Максик, берем 14 модулей в ряду. Первый ряд короткой стороной. У нас абсолютно все ряды будут зеленые. Тут никакого добавления цветов не будет. Вот. Первый ряд короткой стороной. Второй и следующий длинный. Как обычно. Собираем, так и собирай. Хорошо, зайка? Хорошо. Давай. Да, да. Тут Ай держал Так, как дела, мальчики? Нормально. Максик, ты на прошлом уроке что-то сам заканчивал, или мы вместе закончили? Я не помню. Что-что? Это руки, да, руки и глаза. А ну покажи мне. Вот Артем мне показал три поделки сегодня. Молодец. Да, еще палочку и галстук. Да, я тоже доделала своего Гарри Поттера. Я же с вами его не начинала делать. И дома я его сделала, чтобы у меня было уже два Гарри Поттера. Ой, хорошенький какой. Молодец. Молодец, Макс. Yeah.
Я вам веду бежать. Ой. Артём, ты еще не закончил собирать ряд? Нет, я начал сразу еще третий ряд делать. Ну да, у нас же тут одного тона работа, поэтому... Он очень сильно начал распадаться, и я... А проклеивай немножко вначале. Ну, я не особо люблю с клеем работать. Я знаю, но если распадается, то вначале можно немножко использовать клей, чтобы укрепить. Я решаю эту проблему вот так, третьим рядом. Правильно. Это тоже правильно. Они делают вот это вот. Мы с ними работаем с начала лета в Зуме. И они уже давно. О, щедебине. Браво! А я, Артемочка, режу шаблоны. Режу. У меня уже мозоли на пальцах от шаблонов. Эти детки с первого класса вроде малыши, а работают с такой скоростью. Кошмар. Тяп-ляп. Тяп-ляп. Даю им вчера вырезать круг. Там мы одну открытку делали, круг был. Ой, я вообще не поняла, это круг, квадрат или треугольник. Был бы я в первом классе, я бы тоже быстро делал. Да, некоторые детки очень аккуратно вырезают. Нет, потому что я бы не тяп-ляп делала, а то, что домашки мне очень много задают. 6-7 уроков, и каждый раз домашки много. Ну да. Ну, в первом классе нету 6-7 уроков. Ну, это да. Там домашки. Да. Не так много домашки задают. Да. А как это греет? Да, Аня. Да, пентру вине, ну, чува,
Бине. Максик, как дела? Хорошо. Тебя не распадается? Нет. Ты проклеиваешь, да, кажется? Да. Макс во втором, Лапаса Дова. Артем, ты в шестом, да? Что? Ты в шестом классе, да? Да. Класс Асаки. А это лет, да? Да.